Самой заветной мечтой семьи Чайковских было свое собственное жилье. То, что еще вчера казалось несбыточным, сегодня стало реальностью. Александр и Олеся воспитывают 5 детей. Как многодетная семья, они получили субсидию от города на приобретение квартиры. Раньше Чайковские жили в одной комнате общежития. Сейчас в их владении 4-комнатная жилая площадь с уютной и просторной кухней. Посмотреть, как семья обустроила свой быт, приехала глава Самары Елена Лапушкина. Я не побоюсь этого слова, это как чудо. Мы воспринимаем это как чудо. После того, где мы жили, это даже не подлежит сравнению. Поэтому, слава Богу. Во время рабочего объезда Красноглинского района Елена Лапушкина посетила ДК «Октябрь», который уже год живет культурной и насыщенной жизнью. 6 лет здесь проводились ремонтные работы, здание привели в первоначальный вид, сохранив уникальные архитектурные особенности. Культурный центр оборудовали современными технологиями, чтобы дети могли заниматься в различных секциях. Их здесь 20. Например, студия художественной резьбы по дереву. Популярностью студии пользуется большой. У нас нет четкого расписания, когда 30, когда 27. Когда 25? Основной костяк человек 15-17. Это те, кто занимаются по 5 и более лет, те, кто участвует в выставках, в том числе и международных. Я увидела уже какие-то достижения, что выставки организуются, концерты проводятся. И действительно искренне рада, что наши старания, финансы, конечно, потрачены не зря, это очень востребовано людьми. Проинспектировала глава города и внутриквартальные проезды Красноглинского района. Здесь после жалоб жителей домов номер 4 и 10 16 квартала поселка Мехзавод обновили и ввели в строй систему ливневой канализации, которая теперь отводит талые воды. Мария Елчан, Константин Головин, Николай Епифанов. События.